Пустите к нему. Аккуратно. Корреспондента. А чего ты боишься? Ты успел сажать-то, нет? Да, да. А где это? На столе стоит. Ты сдурела? А что будет? Улетит сейчас. Да не улетит. Что улетит? Тарелка? Зажигалка где? Куда она улетит? Зажигалка. Что на совет? Где зажигалка? На совет. На совет? А яблони стоит? Он не на яблони упал? Не, он от яблони в эту сторону перекатился через дорогу. Вообще сюда, что ли? Да. Ё-моё. Сейчас поднимем, сейчас мы просто это да. Сейчас крышу оторвет на ты. Ё-моё. Ты смеешься. А ручка он не боится никогда. Ну сейчас буря закончится, мы поправимся. Это потому что, ну, Лен, я тебе так скажу, понимаешь, что при таком ветре все, что хочешь, поднимет. Понятно, да, ну, пока выдерживает, тот выдерживает, он, конечно, чуть-чуть так покачивается. Лен, потому что он пристегнут к земле, так бы он давно упал. Сейчас мы поднимем, не только вот не хочет, что поднимем. Нет, я просто, не хочу. А что самое интересное, тебе скажи, сейчас поднялся на второй этаж? Да. А в окна он не дует. Он по земле идет. Наверху ничего. Сейчас поднимем. Стой, сейчас, мам. Ветерок сейчас закончится, мы поднимем. Тоже моя игрушка. Я прям. Сейчас его поднимем. Сейчас. Ну, что, мы с хотя в целом-то, ой, блин, он качает. Стой с ней. Дай подниму. Стой, что ты хочешь? Стой. А что ты хочешь делать? А, нет, пока, наверное... Нет, нет, не надо, это бессмысленно. Он... Ты одна его не поднимешь. Не знаю, ты хочешь его поднять. Ой, блин, надо поднять. Ну, тебе надо посидеть на стульчике. Ну, поднимешь, ладно? Не поднимешь ты, ладно. Во-первых, тебе ветер будет мешать. Нам-нам. Ням-ням, что у вас, ну, сейчас не надо, сейчас орать будет, не надо. Какой лестницы? А. Ну, при буре это страшно все. Хорошо, он прибил крышу. Вот. А ты хотел поднимать. Бессмысленно, он сейчас сразу свалит его. Что нет. При таком виде...
Чего? Ну, она же обратно. Те же Нивы снимаю. Я разные стороны снимаю. Да ладно, сидишь. Хорошо, вас его снимает. Не однообразно будет. Вроде стихает.